Лёша, Лёша, объясни мне, когда мы встретимся? Да, я закончила уже. Видеть тебя хочу. Как это ты не знаешь? В своих бумагах ты хорошо разбираешься, а со мной никак не можешь, да? Так, может, я тебе вообще не нужна? А, ну, конечно. Твой кабинет для тебя важнее, чем я. Ах так? Все, Лешенька, не звони мне, не пиши, я устала. Все. Иди ты домой уже, кумаришь на самом деле. Что ты меня